Здравствуйте, я Феликс Якура, владелец Бодегас Ардура. Я рад представить вино Крианца Дюке Майор. Это вино производится из отборного винограда, выбранного с 40-летних виноградников. Вино выдерживалось 12 месяцев в дубовых бочках. Бочки эти сделаны из двух типов дуба. Сама бочка из французского дуба, бочковые части из американского дуба. Это сочетание дуба и вина дало очень качественный результат. Букет – это смесь фруктового и сладковатого и легкого дубового аромата. Вкус соответствует букету. Есть тона ванили и лакрицы. Вино, которое я советую подавать при 16-18 градусах. Отлично может сочетаться с любыми блюдами, что я оставлю на ваш выбор. Вино с мягкой терпкостью, зрело. Думаю, может понравиться как молодым людям, так и вполне зрелым любителям. Наслаждайтесь этим вином в любое время. На здоровье!